Скажи, как ваши дела? Как ваши дела? Так, это что-то сложно с этим делом. А мы сегодня не пошли в садик. Мы сегодня дома будем балдеть. Да? Да. На завтра прилетают родители. Очень их ждем. Очень ждем. Они пошли в сад сегодня. Я вчера сказала девочкам в садике. Они вот говорят, вот у него внутри что-то там вот хрипит, что-то, то насморк. У него дома нет никакого насморка, а стоит вот зайти с улицы в группу в садик, да, и сразу сопли. И причем я его лечу, и что-то никак это не проходит. Вот. Ну вот я решила его не тащить сегодня никуда на улицу, и чтобы он там в группе не гулял. Может быть, за выходные мы его как-то вылечим. Ну, не сказать, что его как-то это беспокоит. Так вот он хрипловат чего-то. Вот. И сопли у него появляются, когда только с холода заходит. В общем, короче, не пошли сегодня. Решили поразгильдяйничать немножко. Поболтаться дома. Ой, что-то проснулась в 6 утра. Время 8:30. Гриша в школу собирается, а меня прям в сон. Вот так. Ну, в общем, короче говоря, все нормально. Начинаем новый день. Надо кушать, готовить. Ну и вообще, с двумя мальчишками, которые еще и, в общем, не приучены к порядку. Это целый день только можно разбираться. Вот. Вот приученная к этим завтракам. Господи. Вот для меня это как кошачий корм сухой. Суррогаты сплошные. Вкусно тебе, Саша? Да. Да, привыкли. Привыкли смотреть телевизор. Вчера сидел без телевизора 3 часа. Вы бы его видели. Несчастный ребенок. Да? Не хочет ни играть, ни книжек не надо, ничего. Сидит и смотрит выключенный телевизор. Вот такие вот дети. На улице не гуляют. Гриша, если пойдет там, и то только если друг его выйдет гулять. Вот сколько? За неделю 2 раза. Все сидят дома, в интернете, в мультиках, кто во что горазд. И все. Очень грустно, это очень грустно. Так что надо в Крым, да, Саш? Да. На улице, да, бегать? Да? Бабушка телевизор не смотрит. И кает. Ладно, давай ешь. А у бабушки свои дела. Уже утром постиралась, теперь вот сушится. Смотрите, какой у меня хайер на голове. Вот как сплю на боку, то на одном, то на другом. Тут-то короткие волосы, и они вот это вот. Пингвин такой. Это не пингвин, это Люба. Видите, говорит, это не пингвин, это Люба. Вот мои золотые. Так, а у меня сегодня, собственно, планов-то никаких и нет. Единственное, надо будет сходить в магазин. Ну, наверное, в фикс-прайс зайду там по дороге. И нужно на почту сходить, коробку купить. Она, почта-то внизу под нами. Вот. Но это потом, попозже. Или когда Саша спать будет. Или, может быть, Гриша придет со школы, сходит. И упаковать все, что я
накупила. А накупила уже прям на коробку, на большую. О, видите? Как приезжаешь в Мурманск и в Питер, тут же обрастаешь барахлом. Но все надо. Ну что делать-то, если... Да, вот как говорят, да, человек пока жив, ему все надо. Ну ладно, отправлю. Потом будет, приеду, будет приятно получить посылочку. Вот как попадается мне на глаза фикс-прайс, так захожу. Захожу. Вот знаете, у меня наподобие такой сумки была. Ну, не такая, а из настоящей кожи. Но вот по объему. Вот так она была. С одной ручкой. Ой, какая же была сумка. Ну, это, конечно, тряпка. Ой, я как вспомню. Купишь 5 килограмм картошки. Что-то там еще. На плечо закинул и пошел. Такая была емкая, глубокая. Я все ищу наушники большие. Но, видимо, их теперь не привозят. А те, которые я купила, девушка мне нашла. Они с ушей сваливаются. Вот тут какие-то тоже есть. Ну, это тоже вот в ухе вставляется. Нет, не такие. А те мне так нравились. Ну, я их сама сломала. Чудо. Чудо-женщина. Так. Наклеечки, наклеечки. Вот тебе, батюшки мои. Вот тебе, батюшки. Ёлочное украшение. Слушайте, надо взять. Я их люблю, таких. Еще с Нового года, надо же. Вот такого вот возьму. Во. У меня висит такой деревянный Пиноккио итальянский. Вот рядом этого повешу. Так. И скотча нет, девочки, вот этого толстого. Нету. Всякий есть, а такого нет. А я светильник-то сделала на кухне, а мне теперь же надо для... на двери вот этой москитной вот этой сетки-то. Нету. Так вот. Ну ладно. В Питере еще посмотрю. Я настырная. Если начну искать, буду вот до конца упираться. Так. Ой, какое блюдо мне понравилось. Вот люблю форму такую, не люблю круглое. Ну, не повезешь же отсюда. Вот чашечка. Ну вот ее неудобно брать без дырки за ручку. Я вот попробовала, нет. Я бы не стала такие брать. Вот опять финские товары. И вы посмотрите. Тут можно в фикс-прайсе купить. И мох продается. И его обделать. А вон, смотрите, какие гномики скандинавские. И мальчики, и девочки с косичками. Ой, и вон розовая. Так, сейчас я сфотографирую. Потом на Новый год сделать.
Боже мой, как же выросли цены, а? Вот эти шампуни финские, в Финляндии мы покупали, когда они стоили €90, по-моему. Ну, тогда евро-то был по 40 рублей. Представляете? И теперь как? Ну, тогда получилось там 80 рублей где-то. Ну, пусть 90, но не 320. О, как нас нагнули. Фэри, с ума сойти. Господи. Тоже казался дорогой. Что-то 200 рублей, что ли, стоил. И вот эти вот я вот очень люблю, покупали. Сейчас за 500 рублей, извините, как-то. Ну, у меня пока дома есть. Ну, в общем, нагнули людей. Вот так вот выглядит брошенный магазин. Да, можно фильмы снимать про катастрофы или апокалипсис, что все умерли от какого-то вируса. Да. Вот так вот. Вот евроросы позакрывались, а магниты не во всех открылись. Вот так стоят брошенные, с кассовыми аппаратами, со всеми делами. С тележками. Не знаю, мне как-то грустно на такое смотреть. Жалко, прям жалко. Вот то, что сейчас пятерочка открылась, она гораздо хуже, чем был Евророс. Ну, аптека внутри работает. Поэтому заходишь и любуешься на все это брошенное. Ой, мои хорошие, представляете, как я вчера устала, что я еще один браслет забыла вам показать. Ну, что я ездила в гости, к ребятам мне подарили там. Еще вот такой вот браслетик. Галя говорит, а можно мне сделать браслетик из него, обставить бусинки? Другие вот между этими штучками. Конечно, можно. Конечно, можно. А что останется, пойдет мне на украшение, на галстучек внизу. Только тут единственное... мелкие бусинки, конечно, пойдут. Прям, не знаю, 4-6 миллиметров. 6, наверное, даже не подойдут. Да, можно вставить янтарь, и будет очень красиво. Я не люблю, когда бирюзу делают с красным, с кораллом. Сама, правда, делала, но мне не нравится. Нет, лучшее сочетание – это все-таки коричневатые цвета с бирюзой. Вот мне больше нравится, чем красное. Как-то грубо красный с бирюзой. Не знаю, мне. Ну, мне не нравится, но это мое мнение. Ой, девочки, посмотрите. Принес сегодня Саша с детского садика вот такой вот рисунок. Вот такая птица получилась из ладошки. Да, раньше такого не делали, когда мои ходили еще в детский садик. Надо же, как просто-то. И прям ведь птица. Ну. Как хорошо иметь старшего брата. Да, Саш?
Саш, давай. Да во что вы играете, Саш? Давай, Саш, скажешь. Авария. Не хочет, да? Не хочет поворачивать. Опять. Опять. Так лучше. Может, машинку просто другую взять надо, но Гриш? Мне кажется, они все такие похожи по колее. Или она просто в колея не это самое не подходит? Мне кажется, колея тоже не подходит. Там почти все одинаковые. Там чуть-чуть побольше надо, наверное, да, расстояние между колесами. Саш, да. Иди сюда. Давай еще раз попробуем. Саш, Саш, скажи, добрый вечер, девочки. Добрый вечер, девочки. Ой, ты молодец какой. Бабушка сварила себе треску, ну и картошечки туда порезала. И без всяких специй. Говорят, что мне нельзя специи. Ну, в общем, короче говоря, рыбный бульончик с картошечкой. Ну и парня заодно этим же и покормила. Ничего, вон ест как. Вкусно, Саш? Да. Ну и хорошо. Вот так. Ужин у нас на двоих с ним. Гриша у нас гуляет. На улице опять снег идет. Весна на Заречной улице. Темно идет, да? А? Не, не темно. Снег идет. Да мокрый видно. Мокрый. Угу. С дождем. Не знаю. Видно вам, нет? Сама погода противная. То растает, то замерзнет. То растает, то замерзнет. Господи. А у нас, смотрите, цветы зацвели в зимнем саду. Петуньи вон там. Вон. Петуньи зацвели. Так что не страшен нам ни снег, ни непогода. У нас тут вон вовсю пошло дело. Вон еще. Ну что, мои ласточки, время 9 часов. Сейчас мы пойдем мыться, зубы чистить и спать ложиться. Оно же уже темнее-то не будет. Ну, чуть-чуть, может, потемнее, и все, а так-то. Уже такой черной ночи нету. Саша почему все и спрашивает. А не темно? А почему не темно? Я ему говорю, что спать надо. Он, а не темно. Ну, вот так вот. Вот, так что всем хорошего вечера, спокойной ночи, мои хорошие. Пусть все будет хорошо у вас. Ты прожуй сначала. Спокойной ночи, говорит. Спокойной ночи, девочки. Вот, вот так вот, девочки. Мужчина вам в полном расцвете. Спокойной ночи желает. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока. До завтра. До завтра. Thank you.